нас объединяет то, что у нас общая задача – это развитие хмелеводства. И мне очень понравилось. Я был на предприятии одной, где проводят гранулирование хмеля. Меня удивило, приятно удивило, насколько отработана вот эта технология. Значит, мы посетили одно из предприятий, где изготавливать начали комбайны стационарные. Эти комбайны впервые начали производить в России. Раньше вот эти хмелеводческие хозяйства закупали эти комбайны в Чехии, в Германии. Но это вопрос как бы импортозамещения, а комбайн очень продуманный. Я думаю, что мы будем взаимно, как говорится, нужны друг другу. Какие-то вопросы есть у вас, которые могут нас заинтересовать, и точно так некоторые элементы технологии отработанные, я думаю, будут интересны для Чувашии.